Представляю вам коротенькие видеозарисовки из концерта Дениса Мацуева, проходившего в январе 2024 года в Крокус-Сити-Холле. Добрый вечер! С Новым годом! Знаете, это уже добрая традиция отмечать старый Новый год здесь, в Крокус-Сити-Холле. Сергей Сергеевич Прокофьев, наш гениальный композитор, попросил не менее гениального пианиста Святослава Тафиловича Рихтера сыграть его 5-й фортепианный концерт. По мнению Прокофьева, этот концерт не имел успеха у публики. Если бы Рихтер бы сыграл, тогда бы этот успех пришел. Рихтер очень быстро, надо сказать, согласился, получил за месяц этот концерт, сыграл его в зале Чайковского. Пультом находился сам Прокофьев, автор. Был очень шумный успех, правда. И вот буквально на аплодисментах Рихтер подходит к Прокофьеву и говорит: ну вот видите, а вы боялись. На что Сергей Сергеевич ему ответил, говорит: ну вы же понимаете прекрасно, чего им нужно, ну что такое? Они же хотят, чтобы вы сыграли им вальс Шопена. Боюсь, что сегодня мы не обойдемся без до диез минорного вальса Шопена.
Моцарт, Шопен, Шуберт, Итак, на концертах нашего любимого виртуоза, как всегда, не обошлось без джаза. Контрабас, барабаны, солирует Денис Мацуев. Thank you.
Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.